Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки, в котором хозяев уже не было. «Не разоряй гнезда!» – сказал мальчику отец. «Весной ласточка опять прилетит, и ей будет приятно найти свой прежний домик». Мальчик послушался отца. Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых, красивеньких птичек, веселых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого гнездышка. Работа закипела, ласточки таскали в носиках глину и ил из ближнего ручья, и скоро гнездышко, немного попортившееся за зиму, было отделано заново. Потом ласточки стали таскать гнездо то пух, то перышко, то стебелек мха. Прошло еще несколько дней, и мальчик заметил, что уже только одна ласточка вылетает из гнезда, а другая остается в нем постоянно. Видно, она наносила яичек и сидит теперь на них, подумал мальчик. В самом деле недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнездышко.